располагались либо в вокзалах, либо если там дальше посмотрите, там есть какой-то домик, сарайчик такой. Вот. Чаще всего там организовывали багажное отделение, потому что оно располагалось напротив первого вагона по паровозом, который имел багажное назначение такое. Весь багаж раньше сдавали. Сдавали потому, что вагоны были не такие, как сейчас, большие, и фактически места в вагонах для багажа не было. Багаж был крупнее, чем сейчас у людей рюкзак. Вот. Поэтому даже как сотворение маршака, да, сдавал багаж, диван, чемодан, саквояж, картонку и так далее. То есть вот даже картонка для шляпки, там какая-то, все сдавалось. Вот. Выдали, да, именно на станции 4 зеленых квитанции, то есть давали квитанции, и, соответственно, люди потом по прибытии на свою станцию получали багаж уже на вагоне. Вот. Здесь помещение немножко восстановили, на самом деле оно действительно не было багажным раньше, но вот все остальное принесли оттуда. Там сейчас путейцы просто место. Вот, так что можете посмотреть, что-то сфотографировать, не знаю, здесь темно достаточно. Это водокачка, да?